Ты где был-то, а? Время уже 6. Ребят, ну извините, я просто в интернете письмо нашел от неизвестного солдата. Оно без имени, без адреса вообще. Я тут принес и прочитать хотел вам. Здравствуйте, поколение моего будущего, вашего настоящего. Я пишу вам письмо, не будучи уверенным в том, что оно дойдет к вам. Пишу для того, чтобы скоротать время перед атакой. Через пару часов нам предстоит брать высотку. Она не то чтобы неприступная, а хорошо оборудованное укрепление. Но я бы хотел рассказать вам не об этом. Перейду к главному. Собственно, к тому, ради чего я начал писать это письмо. Я хочу, чтобы вы поняли, что чувствует солдат в бою, что с ним происходит. Но для начала уясним себе некоторые вещи. Знаете ли вы, что такое любовь? Я люблю женщину, люблю мать. Но это ничто по сравнению с любовью, которая возникает в бою. Там рождается самая сильная любовь и самая сильная ненависть. А понимаете ли вы, что такое внутренняя борьба? Что такое совесть? Нет, вы этого не понимаете. Вы не знаете, как дерутся, как борются два чувства – страх и совесть. Самые свирепые животные не способны драться так жестоко, как эти два чувства. Может быть, вы знаете о совести труженика, о совести мужа, но о совести солдата вы не знаете. Боец наступает с ротой, в него бьют из пулемета. Рядом падают товарищи, а он сам ползет и ползет. Проходит час, 60 минут, в минуте 60 секунд. И в каждую секунду его могут убить несколько раз, а он ползет. Вот совесть солдата. А радость? Вам известна радость бытия? И может быть радость товарищества? Но кто не испытал радости победы над врагом, радости боевого подвига, тот не знает, что такое самая сильная, самая жгучая радость. Вам, наверное, приходилось читать, не ведая страха, бойцы рвались в бой. Но так пишут люди, которые не испытывали страха смерти на войне. Так вот, знайте, воюют не какие-то сверхъестественные люди, люди, лишенные человеческих чувств, а люди, такие же, как и вы. Но что испытывал враг, вторгаясь в нашу страну? Он был уверен, что в восточный поход вместе с ними, во главе танковых колонн, пойдет генерал Страх, перед которым склонится или побежит все живое. Но он ошибся. Есть страх, но также есть и совесть, честь и любовь. Вот и все, что я хотел вам сказать. Исходя из моего рассказа, в будущем, я надеюсь, наши потомки сделают правильные выводы.